Кирове приступили к ремонту дорог по нацпроекту. Первая в списке — улицы Труда, Пятницкая и Карла Маркса, сообщили в администрации города. Представители подрядной организации поставили информационные щиты на участках, где в этом году проведут работы. Первые объекты – это улицы в центральной части города. Их планируется обновить к юбилею областного центра. Сегодня начнется фрезерование Карла Маркса от Преображенской до Герцена. Всего в Кирове планируется отремонтировать 64 участка дорог общей протяженностью 39 километров. На эти цели выделено более 1 миллиарда рублей.